Единственный город на Самарской Луке – Жигулевск. В 1952 году архитекторам стояла задача вписать молодой советский городок в уникальный природный ландшафт. Он получил свое название благодаря живописным горам. До моря Жигулевского здесь рукой подать, а с любой точки видны горы. Построен в едином стиле сталинский ампир. Этот стиль преобладал и присутствовал в нашей стране в конце 40-х, в начале 50-х годов. Как он создавался, в чем его уникальность? Весь проект города был создан ленинградскими архитекторами. Где можно изучить историю города? При создании туристического маршрута обязательно надо в него включать основной точкой посещения музея. Смотрите программу «Компас-ГИС. Туризм без багажа» 24 июля в 18:45 на телеканале «Самара-ГИС».